У нас такое достаточно тихое начало блога получится. Я хочу вам рассказать историю. Когда я был в Брянске, я попросил у Катиной сестры приготовить пирожки. Она очень любит делать выпечку, торты и прочее, прочее. Причем я просил сделать пирожки жареные. И как-то сказал Кате: «Кать, как только ты мне их сделаешь, я пойду с тобой в ЗАГС». Причем пару дней назад я ей снова об этом сказал. Ну и что, смотрите. Ты что меня снимаешь? Можно покажу уже, что у нас вышло? Вот столько сосисочек в тесте. Это у нас сладкие. С яблоком, да? А это уже с Нет, вишней, да? вообще. С вишней я только первый делаю. Слушай, ну у нас дофига их будет. Дня три буду есть. Ну, тут Ну, осталось, как наверное, раз до два, три, понедельника, а потом пирожка. ЗАГС, да? А тесто есть еще, да? Где оно вообще? Это Три все, что штучки еще. осталось? А что, с вишней только три штучки будет? Ну, я попробовала, она сама по себе не очень вкусная. Да? Херня? С яблоком вкуснее. Ну, нет, тут будет, ну, штук пять всего, может, шесть вишни, От мне такого кажется. маленького кусочка? Фига себе. Ну, мне вот столько нужно на один пирожок примерно. Нет, может, Ну, чуть побольше осталось. понятно. Пирожки огонь вообще. Сделано все прекрасно. Но это же не последний Это раз, я если... первый раз готовила пирожки вообще. Если мы в ЗАГС сходим, пирожки же потом все равно будут. Или это вот единоразовая акция? Ну, а пошел руки мыть. Ты больше не будешь кушать? Буду. Но я постепенно. Просто немного тяжело. Я А сейчас... что лучше, с сосисками? Сосиска или с пальмой? Да, все вкусные. Честно. Но я обещал, все, в ЗАГС пойдем. А? Да. Радости у тебя, конечно, на лице просто. Да я просто не воспринимала всерьез. Но мне кажется, то, что это шутки все. Шутки? Я за слова отвечаю. А? Погнали? Го? Сейчас прям? Надо будет месяц только ждать. Ну или сколько-то. Страшно? Тормозить? Ну смотри, как хочешь. Я вот так торможу. Вот так вот. Ну, я не знаю, как на фигурных просто. Ну, давай, катайся. Давай, с ракет разгоняйся. Ну, я последний раз катался в Бангкоке. Это было лет 7, наверное, назад. 6. Конечно, деревянный пипец. Но это искусственное покрытие. Это искусственное, да. Я просто находила катки тоже открытые, и там было написано, что натуральное покрытие. Ну, с точки зрения, знаешь, новичков, как мы, какая разница? Наоборот, ну, он очень-очень приличный. Блин, а рядом с домом это прям вообще огонь. Много еще детей занимается. Очень прикольно. Смотрю я на это все, и прям есть желание махнуть в Сочи. Тем более у нас там есть квартира. Блин, может быть, прям сегодня махнуть, а? Что-то пока не решился. Ладно, сейчас подумаю. Что хотел в целом сказать про каток. Очень классный. Мне понравилось вообще то, что он рядом с домом. И качество льда там отличное. Хорошо покатались. Немножко ноги забились, потому что не из привычки. А так, вообще класс. Сейчас буду есть. Кать приготовила мне рассоль. Ты сама-то будешь есть? У меня есть безумная идея. Можно вырубить? Потому что она шумит. Вот. У нас, смотри, ты на прием 11-го, да? Уезжаешь. Правильно? Может, Сочи рванем. Хоть на денечка 5-6. Я за. Сегодня какое? Сегодня какое? Сегодня. Третье. Но нам ехать только 2 дня. Четвертое, пятое. Шестое, седьмое, восьмое можем быть там. Или перенести прием чуть-чуть. На денечка, на 3-4. Еще. Просто мне погода меня это прибьет. Достала. Какая там погода в Сочи? Ну, лучше, чем здесь. Ну смотри, пока ехать будем, пятнашка будет. 15, 13, 14. И хер с ним, что там дождь, там все равно периодически, видишь, какая-то есть и нормальная погода. Давай. Поедем?
Реально прям. Только надо, знаешь, что? Вот это все каким-то образом собрать и маман отвезти. Давай. Тут потому что половина испортится. Сыр, Ну, можно сосисоны. оставить то, что не Или испортится. надо вообще мамке сказать, приезжай сюда, живи и ешь все. Реально. Сейчас я даже думал, может быть, Шкоду взять. Но потом подумал, не буду заморачиваться со страховкой. Мне нужна страховка. Тачка-то моя, но ездить я на ней не могу. Думаю, ее немножко погонять. Но потом подумал, ладно, неохота мне заморачиваться и проще, ну, просто на своей Вот я поеду. после коронавируса не могу вообще яйца есть, только вот сейчас в супе смогу. А отдельно я, наверное, яйцо не смогу съесть. Единственное, знаешь, что меня беспокоит? У меня резина шипованная. А там 12-15 градусов, неудобно будет. Вот это единственное, что. Не знаю. Но я сейчас не могу переобуться, ты сама видишь, что творится в Подмосковье. Мы пока доедем до места, где будет тепло, ну, будет так себе. Кровать у нас там. Единственное, что у нас там. А, ну они стиранные все, да? Простынки, Да. пододеяльники. Вообще сел да поехал. Поедешь? Да. Прям Я только не надо. уверена, что получится перенести. Возможно, не Ну, получится. если что, придется нам ехать из Сочи в Брянск. Иван, директора не вызывают. Не вызывает, все хорошо тут в школе, да? Поведение отличное, понятно. Да. А мы хотим в Сочи поехать на несколько дней. Ну, а как же зубы? А зубы я 11 числа, мы потом из Сочи в Брянск просто сгоняем и все. Понятно. А собесы у меня все равно онлайн все. Удивительно, но подписчики все так же продолжают уменьшаться. Уже 82 386 человек. Каждый день вот по чуть-чуть, но отваливаются. То есть, когда я не снимал видосы, было 82 753. И очень скоро, не знаю, там, денька через 2-3 будет минус 400 человек за последнее время. Отваливаются, но при этом просмотры растут. Ну а вы видели, мы в онлайн-режиме практически собрались в Сочи. Сейчас возьмем подушки. У нас тут уже небольшой бедлам. Мы все будем разгребать. Я постараюсь с одним рюкзаком поехать. Все, всякие компьютерные штуки, провода для камеры и прочее, прочее. Берем большую камеру. И так, и что еще? А, ну и ноут, конечно. И по минимуму каких-то толстовок, маек возьму. Носки, трусы и, в принципе, все. Потому что мы туда дней на 6, потом в Брянск, ну, уже потом в Москву. В принципе, белье у нас стиранное есть. Это у нас для тачки в отдельном пакете, наволочки и прочее. Ну, наверное, уже где-то на трассе, да, когда будем собираться, все это расстелим вместе, да? Или сейчас у дома сделаем это? Сейчас у дома. Окей. Я единственное, не могу зарядку от компа найти. Вообще понятия не имею, куда ее кинул. Не помнишь? Вот о фига Это все у себе меня в сумке было. а не не отцепляй не отцепляй пусть оно вот с этим адаптером будет. Да, хорошо. Сложу. Ой, что-то у меня насморк пошел, я хлюкаю. И будешь брать с собой зубы вот эти? Капу? Ну да, будешь. Хотя ладно, не бери, ты потом в Брянск все равно поедешь зубами заниматься. И тебе, может быть, и верхние тоже, если надо будет, переделают. Да? Ну все, как думаешь, часик нам достаточно будет, чтобы собраться? Надо побыстрее стараться. Ну да, чтобы не за полночь. Но там все равно, я, знаешь, посмотрел, пробочки есть. Небольшие на МКАДе. Но, надеюсь, ненадолго. Сейчас я прям в онлайн-режиме точно не скажу, потому что ситуация меняется. Погода у нас, ну, сами видели, что происходит. Там аварии периодически случаются. Надо суп тогда убрать на балкон. Кстати, вкусно получилось. Я всю жижку съел, а всю мякоть оставил. И что еще? Семечки может взять в дорогу. Ты будешь семечки щелкать в дороге? Мы практически готовы. Знаете, что я сейчас сделаю? В Автодоре наконец-то использую скидку, которая у меня тут уже накопилась. Не знаю, сколько тысяч баллов. Ну, то есть проезжаешь постоянно, пополняешь, и вот 16 500 баллов я могу потратить. Это вот я возьму, знаете, что, скидку 15%. Введите номер устройства. Господи, какое приложение Автодора говно. Ёлы-палы.
Так, действующие. Приобрести скидку. Введите номер устройства. Почему я его должен вбивать, если у меня здесь есть? Хрень какая-то. У них вообще приложение полное говно, я об этом уже говорил неоднократно. Так, влог у нас короткий получится, потому что я думал, что мы сегодня еще будем куда-то ездить, записывать, снимать, но по факту вот мы очень быстро собрались и поедем сегодня в Сочи. Не знаю, сколько у нас получится проехать, но это уже в следующем влоге все узнаете. Катюша тоже уже. Сколько у тебя рюкзаков? Один, два получится. Ну, рюкзак и вот эта сумка. Норм. У меня один рюкзак. Технику будешь брать с собой, камеру большую? Да. Ну тогда я не знаю куда. У меня места уже не будет. Если только себе будешь запихивать. Но у меня есть место. А, ну все, отлично. Что нам еще? Нет. У нас отдельный пакет еще должен быть с собой, где вот все постирки. А, ну вот он, озоновский. Ой, я нашла, смотри, что. А, запуталась? Да. Где? О, еще трусы, носки, я вижу, валятся. Класс. Вообще-таки тут нет трусов, это носки. А, это носок? Это носок. А, там еще я видел. Я нашла второй! Ты его искала, что ли? Да. Блин, где-то он лежал. Сейчас теперь и первый не найдешь. Нет, вот он. Я нашла. Переживала из-за этого? А что там за рисунок? Снупи, что ли? А, класс. Ой, я знаешь, что чуть не забыл. Надо шампунь брать, воск, дезодорант. Это все в стирку, да? Вот это? Да, это я сейчас отнесу на балкон. Так, это вот сюда. Чуть не забыл, а? И что-то из еды ты хотела взять. Может быть, ушки с собой возьмем? Вот эти печеницы. Ушком точно. Я точно возьмем с собой, мне не очень понравились. Ушки не знаю. Я еще, знаешь, все-таки думаю, может быть, семки. Ай. Давай, нацеви, по первой ножнице. А что, по поводу мытья посуды? Давай. Цуефа. Первой ножнице говорю. Что это значит? Я выиграл. Нет, сначала ножницы показывай. Давай. Цуефа. Да сначала ножницы. Зачем? Ты что, правила не знаешь? Нет, я сразу типа сходу рублю. Давай, давай. Давай, первые ножницы, окей. Цуефа. Цуефа. Все, мой посуду. Какашка. Все честно, у нас было такое, когда я проигрывал. Ладно уж тебе. О, повезло. Ну все, ладно, я буду выгружать влог. Он короткий, конечно, может быть, где-то не информативный. Но тем не менее, лучше так, чем ничего. Так. Камеру. Слушай, а ты объектив хочешь вот этот, да? 17-28 взять или оба возьмешь? Ну, тот, который дальнобой. Который, наоборот, больше ближе приближает. Ну, тоже брать его? Да. Только я не знаю, где он. А, он у тебя в этом был, в рюкзаке в каком-то. Ну, теперь подожди, я же проиграла. Молодец.